Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Петя, Петя. Что ты здесь делаешь? Самое обидное, что даже не девочка. Я поначалу думала студентка, которая не мозгами, а другим местом сессии сдает. Тут сюрприз. Морщины и волосы не свои. И что он в тебе нашел? Видимо, то, чего нет у тебя. И что же такого у меня нет? Наверное, мозгов. Думаешь, победила? А ты в этом сомневаешься? Петр переехал ко мне. Кстати, спасибо тебе большое за то, что ты его выгнала. А то бы он так тянул и тянул лямку. Охрану позвать или сама уйдешь? Он тебе все равно не достанется. Петя либо мой, либо ничей. А зачем ему такая жирная, старая корова? Пошла вон. Ах ты, гадина! А! Здравствуй. Здравствуйте, а вы кому? К тебе. Я Анна. Я невеста твоего мужа. И чем я могу быть полезна, любовнице моего мужа? Я хочу, чтобы ты немедленно подала на развод. Попросите об этом своего любовника. Он может справиться и без моей помощи. Все надеешься, что он к тебе вернется? Я надеюсь, что вы сейчас уйдете. А ты знаешь, что это Виктор спас твоего отца из этой машины и оставил в ней умирать твою мать? Вот такая оригинальная месть. Марин? О. Да, я ее убила. Кого? Любовницу Пети. Он меня бросил. Ты знал? А я его люблю, все для него делаю, готовлю, убираю деньги, зарабатываю. Ты знаешь, сколько в университете преподавателям платят? Гроши.
А мой Петенька любит красивую жизнь. И баб красивых. Как твоя мать? Не надо было Людке с ним спать. Да он мне сам говорил. Так, так, тебе сегодня хватит. Что это? Кровь? Ты порезала, что ли? Я же тебе сказала, я ее убила. Это со статуэткой по голове. Кровище, видишь, сколько? Я думала, мне будет легче. А она каждую ночь ко мне приходит. Да кто? Любовница дяди Пети? Мать твоя. Пусть не разговариваем, как прежде, смеемся. Я так по ней скучаю. Мне такое не хватает. Но она сама во всем виновата. Нельзя лезть в чужую семью, нельзя. Но она же королева, ей все можно. Ломать, крушить, унижать, оскорблять. Конфеты эти она все любила. А мне говорила, на диету пора. Какая глупая смерть. Правда? Тетя Марин, ну хватит. А еще это... снотворное напила. От панических атак. Ну, представляешь, у человека все есть. А спать не может, боится. А чего боится, не знает. Она попросила меня сесть в аптеку. Как будто служанка какая. Забрать. А я забрала. И она заснула. Я вот эти конфеты и шприц так пух. И заснула навсегда. Нет, подожди. Нет, стоп. А фотографии? Ой, Мишка, я про него все знала. Но молчала просто. Людку жалела. Не хотела разрушать чужую семью. Она взяла и разрушила мою. Вот скажи так честно. Так. А еще... Тетя Марин, стоп. А еще она мне успела позвонить. Злая была, как собака. Трясло аж всю. Хотела Мишку и семью его заказать. У меня спрашивала... Не знаю я, кого кто мог бы это сделать. А потом заснула. Нет, нет. Так, стоп, все. Нет, ты врешь. Ты врешь. Ты врешь. Ты думаешь, я из чадиада? Ты просто очень плохо знал свою мать. Могли бы подъехать? Прямо сейчас. Это срочно. Я знаю, кто убил мою мать. Этот человек во всем только что признался. Жду. Мамуля, у меня все получилось! Мам?
Мам, ты чего? Эй! Мама! Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Мама! Мамочка! Мама! Привет, подруга. Вот твои любимые. Еще 100 раза остались. Ты знаешь, Люсь, я тут подумала, мужики приходят и уходят, а женская дружба остается. Надеюсь, скоро свидимся. Я соскучилась. Я не знаю, как она могла убежать. Я думал, она все время в комнате. Я уже отдал приказ обыскать окрестности. Ее машина тоже в розыске. Виктор, скажите, вы уверены в том, что вы говорите? Потому что ложное обвинение... Я понимаю. Не верьте мне, но найдите еще одного человека. Тетя Марина сказала, что убила любовницу своего мужа. Я не знаю, о ком идет речь, но ее руки, они были в крови. Проверим. Хотя ее слова об отравленных конфетах подтверждают результат вскрытия. В желудке был обнаружен шоколад. В любом случае, буду держать вас в курсе дела. Всего спасибо доброго. Большое. До свидания. Да. Кто? А, пропусти. Тебе Катя, что ли, прислала? А, черт! А. Да, вкрадчиво. Ну ты и мразь! И как тебя вообще любить можно? Слушай, я твоей симпатии не прошу. Катьке жизнь сломал. Своему ребенку тоже мстить будешь за то, что его отец подонок. Ребенку? Какому ребенку? Что ты здесь делаешь? Как ты... У меня ключи. Верни. Ты здесь больше не живешь. Кать, когда ты собиралась сказать мне про ребенка? Или ты решила скрыть? Откуда ты? А впрочем, не важно уже. Это очень важно. Я не хочу, чтобы он расплачивался за наши ошибки. Не будет. В смысле? Ребенка не будет. Ты что, сделала аборт? Нет. Выкидыш. Вчера на нервной почве. А теперь уходи, пожалуйста. Нас больше с тобой ничего не связывает. Или, может быть, ты мне еще за что-нибудь хочешь отомстить? Ну так мсти. Мне теперь все равно. Катя... Подай на развод. Или это сделаю я.
Какой же я идиот. Все будет хорошо, малыш. Мы уедем. И он нас никогда не найдет. Все будет хорошо. Не пугайся. Нет, бабке эта квартира досталась. Ну, сдаю один год, хочу на ремонт подкопить. Ну, вообще, благодаря такому антиквариату и цена такая. Но для тебя чисто символическая. Даже не знаю, как вас благодарить, Серафима Львовна. Мне подходит и цена, и квартира. Подожди, так ты толком даже и не рассмотрела. Хоть бы цену сбросить попробовала. Ой, торгаш тебе никудышник, Катерина. На рынке б ты у нас не прижилась. Значит так, вот это жилая комната, там санузел раздельный. Тараканов нет, сама на прошлой неделе травила. Стиральная машинка почти новая, сама на прошлой неделе из дому приволокла. Там кухня, ну, плита газовая. Ты умеешь пользоваться? Да, да, я с кухни на ты. У меня папа повар. Был. Болезную. У меня тоже давно того батя. Ну, а с работой ты поняла. Если устроит, можешь хоть завтра выходить. Оплата достойная, вполне нормальная. На жилье и покушать хватит. Ну, а то, что грязно, это только у тунеядца в руки чистые. Вы меня очень выручили, Серафима Львовна. Я же без диплома по профильному не устроилась бы. А поэтому я любой работе рада. Спасибо вам большое. Это тебе спасибо, детка, что ты мою Любаню в своей больнице несмеянной радовала. Так что долг платежом красен. Но вы же не обязаны. Да знаю, что не обязана. Но я имею право хоть раз в жизни добром за добро отплатить. Давай, обживайся. Держи ключи. Спасибо. Угу. Давай. Катя. Кать. Ты дома? Доча? Здравствуй, Нина. Здравствуйте. Сына позови, пожалуйста. Ань, ну не волнуйся, я скоро буду. Виктор, тут... Я вижу. Нин, можешь быть свободна. Ага. Спасибо. Значит, все-таки
Аня? Тебя это не касается. Ты чего пришел? Это больше не твой дом. Витя, Катя пропала. Чемодана нет. Телефон отключен. Даже Колька ничего не знает. Я думал, может, ты ее забрал? Ну, может, в гости кому поехала? Нет, Вить, нет, это на нее не похоже. Вить, я прошу, если она появится... Я сообщу. Спасибо. Вить, да что с тобой, а? Я тебя не узнаю в последнее время. Катя до сих пор не объявлялась. Может, мне заявление в полицию написать? Mm. Формально все-таки мы женаты. Хорошо. И что ты им скажешь? Что ты игрался на девчонке за смерть матери? Обидел ее. Из дому выгнал. Теперь пропала куда-то. Мой тебе совет. Отпусти ее и живи дальше. Только живи, Витя. Да пытался, не могу. Все мысли только о ней. Где она? Что она? Мне кажется, я с ума схожу. Но если так Катька тебе это нужна, тогда найди ее. Детектива найми. Ну как находят этих людей? Ты уже нанимал. Она как сквозь землю провалилась. Да и не простит она меня. Она же ребенка потеряла. Я ее беременную на улицу выгнал. Хватит. Хватит этого самобичевания. А то и вправду тебя буду психушки навещать. Тогда надо выбросить ее из головы. Все. Сам сказал, она тебя не простит. Думаешь, так легко? Да знаю, что трудно. Ты делаешь что-то, на развод подай. Найди себе другую. Красивую, веселую, жизнь. Нет, так, давай сразу, ведь вот только не эту. Я тебя прошу. Вот кого угодно, только не ее. Почему? Назови хоть одну причину. Она красивая, умная. Мы давно встречаемся, мозги мне не выносит. Причину говоришь? Хорошо. Она спит, с кем попала. Чего? Например, со мной. Еще раз увижу, что ты болтаешь по телефону в рабочее время, уволю. Нонна Витальевна, но заказов ведь нету. Это не важно, тебе платят не за болтовню. Пока я здесь хозяйка. Ты не хозяйка. Ой, Вить, да ты что? Я же не это имела в виду. Я, наверное, пойду. Ты уволена. Что? Ты уволена из ресторана. И из моей жизни. Вить, ты серьезно? Что на тебя нашло? Я ему все рассказал. Я не понимаю, о чем он. Зато я все понимаю. Витя, подожди, ты так со мной не можешь. Я столько лет отдала этому ресторану, а этот сплетник, да он все наврал. Я с ним не спала, ты что? Про секс здесь вообще никто ничего не говорил. Пошел ты. Витя, Витя, ты... Да ты тоже не святой, ты заменял меня с этой своей женой. Сама слышишь, что сейчас несешь? Заткнись! Вот кто тебя просил рот открывать? Ты столько времени молчал. Да, ты права, трусом был. Надо было сразу все рассказать. Думаешь, это конец, да? Как бы не так, я его все равно верну. И первое, что я сделаю, избавлюсь от тебя. Ну, удачи. Ты? Ну, проходи.
не помогает. А я вот только на этой анестезии держусь. Тебя, если травма после аварии беспокоит, обратись к врачу. Ну, при чем тут это? Знаешь, есть более страшные травмы, когда вот здесь, когда больно. Не звонила? Это не позвонит. Если что... Я понял, я звоню. Ты б завязывал с этим, бать. Сопьешься. А тебе не все равно? Нет, не все равно. Катюш, привет! Здравствуйте, Зоя Александровна. Тебе в декрет не пора? Может, хватит с таким пузом шваброй-то махать? Да не, мне не сложно. Нагрузка небольшая. Да и врач сказала побольше двигаться. Ой, не знаю, Катюш. Я когда своего Генку вынашивала, я вообще с кровати не вставала. Мне муж запретил даже полы подметать. Катюш, ты знаешь, а ты после работы... Заходи ко мне в гости. Я такой супчик сварю. Пальчики оближешь. Спасибо, я постараюсь. Давай. Ой. Я ж говорила. Где болит? Живот. Так, это схватки. Какие схватки? 7 месяцев. Так, это точно схватки. Так. Алло? Скорая. У нас тут девушка рожает. Что это? Вещи новенькой. Медсестру хозяйку жду, сейчас придет, заберет. Как девочка? Критично. Срок слишком маленький для родов. Родственникам сообщили? Нет. Она не говорила, кому звонить. Не до этого ей сейчас. Ты знаешь, в сотовый загляни. Ну, посмотри, может, муж там записан. Хорошо, сейчас. Угу. Да, слушаю. Екатерина? Да. Моя жена. Как в роддоме? Здрасте, вы мне звонили. Мою жену доставили недавно. Она беременная. Минуточку. Наталья Сергеевна, вы просили предупредить. Он пришел. Девушка, девушка, а можно? На данный момент состояние средней тяжести. Схватки остановить удалось. Ребенок жив. Вашей жене нужен полный покой и никаких физических нагрузок. Я понял.
И еще. У нас, конечно, все профессии в почете. Но беременной женщине, особенно на таком сроке, не стоит мыть полы в подъезде. Ей тяжелое поднимать нельзя, она ведра с водой таскала. Я не знал. Правда, мы просто повздорили с женой, я об этом не знал. Ну, теперь знаете. От вашей заботы напрямую зависит жизнь вашего ребенка. И не оставляйте ее без присмотра. Схватки могут возобновиться в любой момент. Проходите, она в 9-й. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Ну? Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Извините. Здравствуйте. Ты соврала мне? Поедешь со мной? Врач сказал, что тебе нужен покой. С тобой у меня покоя не будет. Уходи. Я никуда не уйду. Теперь я из твоей жизни никуда не уйду, потому что я люблю тебя. Катя, ну прости, ну... Прости, но я виноват, я не ведал, что творил. Я был зол. Вернись домой. Я не могу без тебя. Отец не может без тебя, он сбивается. Я никуда с тобой не поеду. Да у тебя просто нет выбора. Если понадобится, утащу силой. Никто мне не помешает, потому что официально мы муж и жена. Так что поедешь со мной, и до родов будешь жить у меня в доме, под постоянным присмотром. Я не хочу рисковать ни тобой, ни ребенком. А потом делай, что хочешь. А если откажусь? Откажешься? Тогда я найму лучших адвокатов и заберу у тебя ребенка, если он тебе не нужен. Теперь это твоя комната. Можешь переделать здесь все, как хочешь. Я попросил, твои вещи скоро привезут. Если хочешь поужинать, я попрошу Нину, она принесет. Я ничего не хочу. Ребенка ты тоже голодным оставишь? Я скажу Нине, она принесет. Ты мне за все заплатишь. Витя мой. Только мой. Поняла?
Дурачок. Заходи уже. Приветствую вас, принцесса Несмеяна. Наконец-то вы соизволили улыбнуться. А то, понимаешь, сидите здесь и своим кислым видом такой прекрасный день портите. Я гляжу, вы проглотили шарик. Куда планируете улететь? На Луну, подальше от проблем. Я, между прочим, не принцесса, а царевна. Пора бы уже запомнить. Я скучал, подружка. Эх, ой, Колька. Ты прости, если я обидел чем. Ну ты что, на любовь разве обижаются? Колька, как я соскучилась. Ты что здесь делаешь? Папа, да? Папа подослал. Муж твой. Знаешь, я даже не думал, что скажу такое. Но, кажется, он действительно переживает за тебя. Звонками уже задолбал меня за это время. Все звонил, пытался узнать о тебе какие-то новости. Похоже, этот пижон действительно тебя любит. Даже перемирие с твоим отцом объявил. Оба они хороши. Не любит он меня, Коль. Не любит. Ему не я, а ребенок нужен. Ну, я надеюсь, ты мстить ему не будешь, а то какой-то замкнутый круг получится. И снова дети будут за ошибки родителей платить. Да не буду я мстить, не переживай. Знаешь, хочется уже поставить жирную точку в этой истории. Дашь ему шанс? Нет, не вижу смысла. Но ты же так любила его. Я не его любила, а доброго, отзывчивого, заботливого человека. А тот, кто рядом со мной, я его даже не знаю. И не хочу знать. Да что мы все обо мне. Давай рассказывай, как у тебя дела. Я женюсь. Да ты что? Да, уже даже заявление в ЗАГС подали. На ком? Помнишь Ленку Синицыну с нашей параллели? А, это такая пухленькая. Фигуристая. Колька, я так рада за тебя. Ты всегда будешь появляться в моей комнате без спроса? Прости, я задумался, не успел уйти. Я к отцу поеду. Хорошо, я тебя отвезу. Не надо, спасибо, меня Коля отвезет. Я что, тебе настолько противен? Да. Могла бы соврать. Зачем? Я и так здесь как пленница. Ты не пленница, ты здесь хозяйка. Просто я хочу быть уверен, что с тобой и с ребенком до родов ничего не случится. А потом? Потом я уйду, а ты с ребенком останешься здесь. Я перепишу на вас дом. Мне тебе ничего не нужно. Это нужно мне. Я просто хочу быть уверен, что хотя бы в финансовом плане у вас все в порядке. Я не буду следить и приставать. Просто я хочу, чтобы он родился. Она. Что? Девочка будет. Я делала УЗИ. Дочка? Это что, получается, нужно... Нужно же кукол купить, платье нужно... Перекрасить комнату в розовый цвет. Пусть сначала родится. А, ну да, конечно. Да, точно. Что-то я не подумал даже. Ладно, я пойду, меня Коля ждет. Да, хорошо, ты позвони, когда от отца поедешь. Я заберу. Коля довезет. А, хорошо. Пап? Пап? Пап. Пап. Кать.
Катя, доченька моя, ты что? Что здесь, Катя? А? Ну ты что, мне не рад? Рад. Катя, ну как не рад? Я очень рад. Просто я, Катя, я боялся, что ты со мной вообще даже разговаривать больше не будешь, Кать. Доченька моя, прости меня. Ну, прости меня, дурака. Я же хотел как лучше, Кать. Я не думал. А получилось, ну, как получилось. Пап, я одного не могу понять. Ну вот как ты мог столько времени врать маме? Все эти годы. Катя, я маме не врал. Ну, не договаривал. Катя, мама знала. Нет. Нет, пап, ты что-то путаешь. Да ни одна женщина бы не согласилась делить своего мужчину. Ко мне, когда эта любовница Витя пришла, я чуть с ума не сошла. К тебе приходила Анна? Смотри-ка, даже ты о ней знаешь. А я-то дура. Нет, ну, Кать, я естественно, о ней знаю. Она была его девушкой до тебя. Цепкая девка. Без боя ведь бы не отпустила. Что она тебе сказала? Я не хочу об этом говорить, пап. Ну, понятно. Явно какую-нибудь гадость с нее станется. Ну-ка, давай, рассказывай. А я тебе скажу, правда это или ложь. Но ты-то откуда это знаешь? Когда речь идет о Викторе, я знаю о нем почти все. К своему стыду должен признать, что... Да, я знаю его гораздо лучше, чем тебя. Потому что он рос у меня на глазах, а ты в это время была вдали. Но поверь, он очень хороший парень, несмотря ни на что. Ну, она мне сказала, что Витя специально бросил мою маму в машине умирать. Хвастался ей, что таким образом отомстил за свою мать. Нет. Нет, Катя, это ложь. Это гнусная ложь. Я не знаю, я, может, много в жизни наделал ошибок, но одно я сделал в жизни правильно. Я воспитал и вырастил достойных детей. Не мог Виктор бросить умирающего человека. Пап, ну почему ты можешь быть в этом уверен? Катя, я там был. Я все видел. Несмотря на всю боль, которую я причинил этому парнишке, он, рискуя собственной жизнью, вытащил меня из горящей машины. Ну, Инга к тому моменту была уже мертва. Но все равно он бросился к ней. Взрыв ему помешал. Вообще, он сам чудом остался жив. Но она сказала да, мне... Да, Катя! Ну, она тебе скажет все, что угодно, чтобы ты отвернулась от собственного мужа. Не поддавайся на ее провокации. Если ты его хоть немножко любишь еще, ну так борись! Борись за себя, за свою семью, за любовь! Да нельзя, папа. Ну нельзя любить человека, которого совершенно не знаешь. Катя, ну ты-то его знаешь. Ну вспомни все самое хорошее, что было между вами. Как мы вместе смеялись, грустили, болтали. И все это Витька, Катя. Все это Витька, которого я знаю с самого детства. Добрый, отзывчивый парень, верный друг. А главное, замечательный сын. Ты пойми, он ведь... Он не тебе отомстил за мать, он... Он себе отомстил. Потому что он не может быть злым. Он... Это его разъедает. Изнутри. Папочка. Катя. Да, Кать? Как ты себя чувствуешь? Да, все хорошо. Слава Богу. Что?
Скажи, пожалуйста, ты сможешь меня забрать от папы? На улице дождь идет, а Коле нужно было в институт. Конечно, заберу. Хорошо, я буду на подземной парковке ждать. Пока. Значит, вам решать. Состояние критическое. Придется выбирать. Либо жена, либо ребенок. Я боюсь, что мы не сможем спасти обоих. Жена. Спасайте жену. Спасибо. Спасибо тебе за дочь. Но ты же понимаешь, Катя тебя никогда не простит. Я и сам себе никогда не прощу. Вот так вот уже и сидит полчаса где-то. Это правда она сделала? Правда. Вот дает. Должна же быть какая-то грань у человека. Ну, к сожалению, не у всех. А я знала, что вы меня найдете. Глупо было делать это на своем авто. Угнать надо было. Послушайте, вы чуть человека не убили. Неужели не раскаиваетесь? Чуть? Так эта дура еще жива? Прошу. Состояние вашей жены тяжелое, но не критичное. Есть все шансы, что она скоро пойдет на поправку. А дочка? Не буду вас обманывать. Это уже чудо, что она жива, но нет никаких шансов, что девочка переживет эту ночь. Она очень недоношена. Доктор, ну что-то же можно сделать? Я готов на все, любая операция за любые деньги. Даже донор готов найти им. Ну, к сожалению, медицина здесь бессильна. Хотя, кое-что вы можете сделать для дочки. Молитесь за нее. Бог милостив. Господи, Витя, не смей отчаиваться. Пока она жива, есть шанс. Теперь я тебя понимаю. Отец для своего ребенка готов на все. Прости.
Доченька.